Сегодня в областном суде продолжилось слушание по делу экс-мэра Александрова Геннадия Симина. В 2010-м его арестовали по обвинениям в коррупции и покушении на мошенничество. Сейчас Симин находится под подпиской о невыезде, живет в столице и приезжает во Владимир на судебное заседание. Из зала суда репортаж Влада Сорокина. Эта история длится уже больше 3 лет. В 2010-м мэра Александрова Геннадия Симина арестовали по подозрению в коррупции. По данным правоохранителей, глава города получил взятку в виде 2 квартир. Взамен он пообещал не чинить препятствий бизнесмену, который занимался строительством. Еще один эпизод связан с покушением на мошенничество. Симин и двое его знакомых пообещали предпринимателю вывести 2 участка из категории земель сельхозназначения. За это попросили более 200 тысяч долларов. При этом, как считает следствие, такие вопросы вообще не входят в компетенцию главы города. Подсудимым виновным себя не признают и считают, что его оговорили экс-депутат Следневского сельского поселения Владимир Устинов и местный предприниматель Александр Богаченко. Оба они уже получили условные сроки. Какие основания не верить показаниям Устинова? Во-первых, первоначальник арестовали со взяткой, с этими деньгами. Мы с вами видели, слышали по показаниям, по диктофонным записям, вели все переговоры, все эти моменты. Насколько я понимаю, специально попросили о том, чтобы они позвонили мне, был телефонный звонок мне, по поводу того, что эти деньги мне. Я сказал, что я собираюсь с кем беседовать, вообще никаких вопросов. Это диктофонная запись, это было. В суде сейчас следует еще один эпизод. В мае 2006-го Симин дал в долг одному предпринимателю 600 тысяч рублей. Тот вернуть деньги не смог. По версии следствия, с помощью криминального авторитета Королева, Симин начал давить на бизнесмена и его семью. И в итоге отобрал нежилое помещение, стоимость которого превышает размер долга. Но срок, отведенный на рассмотрение этого дела, подошел к концу. Один из эпизодов, предусмотрен статьей 330, часть 2, прекращается ввиду истечения срока давности, поэтому на следующее судебное заседание приглашены потерпевшие, чтобы их мнение тоже суд выслушал по данному вопросу. Это произойдет 14 января. В этот день станет понятно, останется ли этот эпизод самоуправством в деле Симина или оно уменьшится на 1 статью.